Здравствуйте, вы на канале Илья. На канале Илья, да? Расскажи, пожалуйста, Илья. Чем ты любишь заниматься? Сегодня я люблю все заниматься. Я люблю всем заниматься. Я люблю всем заниматься. Например? Например, математика, музыку, рисование, читать книжки, уроки в компьютере. Ух ты! Математику любишь? Да, и все. Расскажи какой-нибудь пример по математике. Например, сколько будет 1 плюс 1? Ну, это легко, это 2. А что-нибудь посложнее? А сколько будет 100 минус 1? Ну, 109. А скажи это по-английски. 100 минус 1. 100 minus 1 is equals to 99. Точно, is equals to 99. Good job! Молодец. Молодец. Ты в сентябре в школу идешь, да? Да. А в школе искусства, мама, ты занимаешься? Да. Что тебе нравится делать в школе искусства? Читать стих. Стихи. Стихи. Есть у тебя любимый стих? Есть. Какой? Про бурю мглою. Бурю мглою небо кроет? Да. Еще какой? Заячная избушка. Лубиная и ледяная избушка. Ты в спектакле участвовал, да? Да. А кем ты был в спектакле? Рассказчиком. Рассказчиком, правильно. Ты в сентябре в школу пойдешь? В первый класс? Да. Хочешь пойти в школу? Хочу. Но мы пойдем в это, по системе РКШ, русская классическая школа. Будем заниматься на дому, а потом ездить в школу искусств к маме, да? Угу. Там ходить на театральное отделение. Да? Да. Да. Что еще тебе нравится? А, ты говоришь, ты рисовать любишь, да? Угу. И... А у тебя еще танцы будут? В этом году. Точно. Да. Вот, и может, будем на рисование тоже ходить. Как Саня Игоревна, да? Угу. Доволен? Доволен. Ну, скажи пока всем. Пока всем и на канале Илья.ру. Илья.ру. Отличный канал.